Уважаемые посетители, прослушайте, пожалуйста, информацию по поводу ультразвукового исследования во время беременности. В нашей клинике, как и везде в Республике Казахстан, ультразвуковое исследование при беременности проводится трижды. То есть проходят беременные три скрининговых срока. Это 10-14 недель, 19-21 неделю и 30-34 недели. А целью ультразвукового исследования является определение количества плодов, расположение их в полости матки, наличие или отсутствие какой-либо патологии, длину шейки матки, расположение плаценты, количество вод. А самое главное – цель ультразвукового исследования – это исключить у вашего плода пороки развития. Ультразвуковое исследование на сегодняшний день является наиболее информативным и более безопасным методом, учитывая то, что проводится достаточно быстро, в большинстве своем не имеет инвазивной природы, в основном специалистами, которые имеют большой опыт работы в ультразвуке в акушерстве. Поэтому, пожалуйста, когда вы приходите на ультразвуковое исследование, не нужно переживать о том, что оно может нанести вред плоду. Если